На портале Роструда «Работа в России» появился специальный раздел «Опытные кадры». Он должен помочь трудоустроиться жителям предпенсионного и пенсионного возраста. Резюме данных соискателей, а также тех, чей трудовой стаж превысил 30 лет, отмечают специальным отличительным знаком. Если такие резюме соответствуют поисковому запросу работодателя, то они будут показаны ему в первую очередь. Ряд российских предприятий при размещении вакансий на портале «Работа в России» уже указали, что особо заинтересованы в соискателях с большим опытом работы. Отметим, что портал «Работа в России» является крупнейшей государственной базой вакансий. Здесь собраны актуальные предложения трудоустройства работодателей и резюме соискателей из всех регионов страны.